Вітаю в прямому ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. В Харкові відбувся майже 5-тисячний з'їзд, об'єднавчий з'їзд партії «Довіряй ділам» та «Відродження». І от вже було прийнято рішення, що спільною платформою для цих двох політичних сил стане, власне, одеський проєкт «Довіряй ділам». Головою партії стане Геннадій Кернес, мер Харкова, а співголовою Геннадій Труханов, відповідно, мер Одеси. Ще один з'їзд вже наступний відбуде в Одесі 9 червня. От який його порядок денний і які головні підсумки Харківського з'їзду? Поговоримо з нашими гостями студії. До нас прийшли Олег Етнарович, секретар фракції «Довіряй ділам» в міській раді. Вітаю вас. Добрий вечір. Та політолог та журналіст, головний редактор газети «Слово» Ігор Назаренко. Вітаю, Ігоре. Здравствуйте. Олеже, перше питання все-таки до вас. Які, на вашу думку, головні підсумки Харківського з'їзду? Хто там був присутній, окрім «Відродження» та «Довіряй ділам»? Я знаю, що там були такі солідні делегації, так? Які партії ще були представлені, які представники місцевого самоврядування? Ну, начнем, наверное, по порядку. Во-первых, мы скажем о цели самого этого съезда. Вы правильно заметили, что целью этого съезда было объединение, прежде всего, руководителей местного самоуправления, мэров городов, мэров сельских и других советов, объединение в единую, скажем, платформу, на единой платформе, которая бы постаралась отстаивать интересы, прежде всего, местного самоуправления на законодательном уровне в Верховной Раде. И целью этого съезда было создание такой партии. Вы правильно сказали, что как раз решение партии этого съезда – это было избрание руководящих органов. Прозвучало так, что был избран руководителем Геннадий Адольфович Кернес, а спивголовою сопредседателем Геннадий Леонидович Труханов. Но на самом деле именно юридически эта последовательность нужна была для того, потому что устав партии сейчас не говорит о возможности спивголовы. Но за эти решения были проголосованы на съезде, чтобы институт не был одного руководителя, были сопредседательствующие. И поэтому здесь как раз будет вот у нас несколько сопредседателей, Геннадий Адольфович, Геннадий Леонидович, которые будут на равных, так сказать, правах представлять и руководить эту партию, давать ей такой старт. Присутствовало огромное количество делегатов со многих концов Украины, и, наверное, это было знаковым событием, то, что многие пытались охарактеризовать этот съезд как съезд там Юго-Востока, съезд, не знаю, там русскоговорящей части или вот какой-то, да. Но мэр Ужгорода, давайте скажем, мэр Кропивницкий, вот какие еще областные центры были? Хмельницкий присутствовал, да. Я боюсь ошибиться, Чернигов, если не... Ну, большое количество населенных пунктов, которые успели приехать, но мы говорим о том, это звучало на съезде, и говорим, и сейчас продолжает звучать, что количество людей, как лидеров местного самоуправления, так и представителей различных политических партий, которые бы хотели присоединиться в этот проект, оно продолжает увеличиваться. Такие предложения звучат и сейчас. И именно поэтому второй этап вот съезда, который пройдет в Одессе, подведет итоги вот этому, так сказать, формированию этого объединения. Мы поймем эту конфигурацию, кто еще из лидеров местного самоуправления присоединится, какие политические силы будут. И именно в Одессе 9 числа будет оглашен уже формат этой партии и тех людей, которых она будет пытаться делегировать в Верховную Раду, на выборы Верховной Рады. Тобто, фактично, відбудеться закриття об'єднавчого процесу, так? По суті, Одесі, да. Технічне, да. Ігоре, яким от ви, як політолог, як політтехнолог, напевно, в першу чергу, бачите от перспективи цього проєкту, який, ну, наразі, давайте будемо відверті, не має чіткої ідеології ще, але має в своєму складі достатньо рейтингових політиків, представників місцевого самоврядування, які, как показывает социология, користуется доверием все-таки. Ну, какая может быть четкая идеология или более четкая идеология у местного самоуправления? Это коммуникация и асфальт. То есть, на самом деле, как бы то, что обеспечивает урбанистике современная жизнедеятельность, то есть то, почему мы ездим и чем мы пользуемся. Да? То есть, на самом деле, как бы городское самоуправление или мэры городов, если мы широко посмотрим, там
руководители сельских советов, они тоже озабочены коммуникациями, у них тоже есть коммуникации, да? То есть, на самом деле, как бы, вот речь идет о том, что, значит, вы помните, при предыдущей власти было заявлено... Слово вылетело из головы. Децентрализация, да, совершенно верно. Была заявлена децентрализация. Но это больше ушло в пиар, потому что вот коллега не даст соврать, децентрализация оказалась не такой, как ее себе представляли, да, как надеялись на местах. Да. То есть на самом деле, как бы, с политической точки зрения осталась необходимость самоорганизовываться местному самоуправлению, и местное самоуправление пытается самоорганизовываться. И на самом деле, как бы, вот сегодня, ну, такой иронический какой момент, сегодня, возможно, стартовала вот та партия регионов, ну, в смысле регионов, да, которая когда-то задумывалась как партия регионов, которая потом превратилась там в проект Донецка, там, проект Януковича и компании. Но, значит, на самом деле вот той партии регионов, собственно говоря, и не возникло. Хотя изначально та же децентрализация озвучивалась, когда создавалась партия регионов. Опять же, те же интересы местного самоуправления. Но, как бы, у нас получилось, как всегда, построили КПСС. Значит, это первый момент. Второй момент, который коллега не сильно озвучил, но, как бы, вот так вот немножко его коснулся, это Юго-Восток. Значит, на самом деле, вот я вижу политическую перспективу как политолог именно с точки зрения подхвата электората Юго-Востока, которым предыдущая власть не только пренебрегала, но и всячески его унижала. Унижала культурно, унижала языково и так далее по списку. Значит, соответственно, как бы вот на сегодняшний момент вот эта политическая сила может стать, а может не стать, потому что мы в процессе все еще, так сказать, только формируется, может стать вот флагманом защиты интересов Юго-Востока, которые, собственно говоря, и как бы представляют часть электората партии Зеленского. То есть, вот если сейчас, тут на самом деле, кто быстрее отдуплится, вот кто раньше заявит свою позицию в плане защиты, культурной защиты Юго-Востока, если это раньше сделает партия мэров, электорат уйдет туда. Если Зеленский, так сказать, четко определит свою позицию относительно русского языка, относительно соблюдения Конституции относительно русского языка, то есть на самом деле, как бы вот пройтись хотя бы по нарушениям Конституции, потому что языковый закон – явное нарушение, квоты на телевидении – явное нарушение, все это нарушение Конституции грубое, наглое, и если они это не заявят, то как бы вот туда и уйдет электорат Юго-Востока. До речі, з приводу партії Зеленського, цікавий один момент. Я хотів, щоб ви вивели на екрани зараз логотип оновленої партії «Довіряйте вам», з яким вони підуть на парламентські вибори. Так, є? Ну от наші глядачі бачать, я думаю, ви, шановні гості, знаєте, про що йде мова, вам нічого не нагадує? Ну, я хотів би сказати, що... Колористик это брендинг. Мы говорим просто о том, действительно, что лидерами этого объединения это города, наши города Одесса и город Харьков. И так уж сложилось задолго до появления партии «Слуга народа», что герб города Харькова, он зеленого цвета. И здесь не надо искать какой-то привязки. Поэтому здесь был такой вот компромисс где-то, ну, для себя найден, что логотип, название идет одесситов, одесской партии, которая родилась в Одессе, но уже, скажем, колористика, цвета были, это дань городу Харькову. И вот такой логотип, который вот сейчас увидели на экране. Я, опять же, не хотел бы, чтобы мы здесь видели какой-то там, знаете, там, миникрированный цвет, цвет модный. Да, тем более модный цвет. Я хочу отметить единственное, что вот еще мы хотелось бы четко отметить, что на съезде звучали, это говорили лидеры обоих городов, это говорили все делегаты съезда, задача партии ни в коем случае не оппонировать власти. Задача партии не являться какой-то там мощной там оппозицией. Мы говорили о том, что задача объединить страну, перестать делить людей по языку, по вере,
по другим каким-то признакам, это самая главная задача партии, задача местного самоуправления. Наша задача как раз убрать эти разграничения, убрать вот те нарушения Конституции, о которых мы говорили, то, что все-таки закон языковой, который приняли, он не должен нарушать права людей, записанные в Конституции, потому что я уверен, и все мы это прекрасно знаем, огромное количество людей, говорящих на русском языке, показали, что они украинцы, что это волонтеры, это воины АТО, которые находятся там. И кровь у них течет абсолютно такого же цвета, вне зависимости от языка. Мы уже говорим на идеологичные темы. Я говорю просто о чем, что основная задача, четко это подчеркивали, что мы ни в коем случае не собрались противопоставлять себя политике, которая будет вести будущий президент, потому что как раз в его заявлениях также прозвучало именно эти фразы, эти тезисы, они близки идеологии, которую проповедует наша политическая сила, поэтому мы говорим, что здесь мы будем абсолютно поддерживать президента и считать, что вот в этом направлении будем двигаться. Питання децентралізації дуже важливе саме для вашої партії. От Ігор сказав, що децентралізації як такої не було за минулої влади. Є різні думки. Вона була другая. Вона була зовсім не те, що було. Ну, і давайте розрізняти децентралізацію, яка була 15-го року, і те, що ми маємо зараз, коли все нові і нові видатки на місцеве самоврядування спускаються. Коли тоді дійсно місцеві бюджети наповнювалися, але ці гроші можна було витрачати на місцеві громади. Зараз це більше і більше видатків з Києва. І про це, до речі, казав і Геннадій Труханов. Він мер, власне, і хвалив президента колишнього Петра Порошенка неодноразово саме за реформу децентралізації. Казав, що це дуже важливо. Чи от як ви будете в цьому моменті співпрацювати з паном Зеленським? Ну, я хотел бы сказать, привести фразу, наверное, из манифеста, который зачитывал Геннадий Труханов на съезде. Он говорил, что наш основной приоритет – это экономика, это коммуникация, это, ну, скажем, энергетика. Вот это вещи, которые для инфраструктуры. Экономика и инфраструктура – это два столпа, которые нужны и это является нашим приоритетом. Поэтому в разряд экономиков как раз и лежит вопрос о распределении функций местного самоуправления, участия государства в инфраструктурных проектах, потому что мы прекрасно понимаем, что все-таки учитывая те обязательства, которые перекладывает в последнее время государство на местное самоуправление, вы абсолютно правильно сказали, что вначале был четкий сигнал, что мы даем вам больше налогов, но затем обязательств переложили столько, что уже получается непонятно, что же было лучше. Поэтому действительно мы хотели бы здесь найти очень четкое взаимопонимание с законодательной властью, с президентом. И сделать так, чтобы здесь был баланс, который бы, самое главное, позволил бы развиваться украинцам, простым людям. А мы говорили об этом, что местное самоуправление, как раз местное самоуправление, это и есть для 99% людей, это и есть власть. Они, мы прекрасно понимаем, что это самые близкие люди из представителей власти, которые находятся, депутаты местных городских советов, местное самоуправление. Это и есть в представлениях людей власть. Поэтому, конечно, мы с людьми общаемся практически ежедневно. Мы понимаем их нечаяние, понимаем проблемы, которые их беспокоят. И мы хотели бы, чтобы эти проблемы были услышаны и в законодательном органе нашей страны. И, как правильно отмечали, мы хотели бы, чтобы законы не ограничивали права и свободы людей, а защищали их. Вот это главная задача, которую мы ставим сейчас. Понятно, что это за этими общими фразами должны быть какие-то конкретные вещи, но я уверен, что это как раз у нас получится сделать сообща. Ігоре, на вашу думку, от ця партія місцеве самоврядування, яка виставить сильних кандидатів на мажоритарку 100%, чи має шанс все-таки пройти за списками, чи встигнуть розігнати рейтинг? Адже дуже мало часу залишається до виборів. Во-первых, дуже мало времени осталось. Во-вторых, абсолютно непонятно з організаційної структури на сьогоднішній момент. До речі, щоб наші глядачі розуміли, що ані Геннадій Труханов, ані Геннадій Кернес не йдуть до парламенту, вони залишаться на своїх посадах міських голів. Тобто найбільш два рейтингових політика не йдуть.
Вот. Значит, есть технические моменты, связанные с любой избирательной кампанией. Это штаб, это организационные структуры на местах, это коммуникации внутри организационных структур. То есть то, чем характеризуется хорошая армия. Есть ли такая армия сегодня у вновь образующегося объединения, да? Где-то есть, у Кернеса есть, в Одессе что-то есть, возникает вопрос, а что есть в остальных регионах? Там еще наш край, мы забыли, да, как-то плохо, да. Значит, то есть, возникает масса вопросов относительно вот самоорганизации, и поэтому сегодня мы не можем сказать, преодолеют. 5-процентный барьер не преодолеют. Кстати, вопрос о процентах, насколько я понимаю, может приниматься чуть ли не за день до выборов. Может быть, его примут 3%, и тогда все будет интереснее. Значит, поэтому, как бы, основной, поскольку мы имеем дело с реалистами, а мэры это всегда реалисты, вот, то они, конечно же, упираются на мажоритарщиков. То есть на людей, которые уже известны в своих округах, которые имеют связь со своими округами и, в общем-то, собственно, говоря, вот те 20 депутатов, которых обещает завести Геннадий Адольфович, а может быть даже до 30, если повезет, то как бы вот и будет вот этот, так сказать, боевой отряд в новом парламенте. Я еще хотел бы сказать пару слов об экономике, потому что когда вот коллега только что озвучивал вопрос о том, что при децентрализации отдали, там часть поступления налоговых стало больше, значит, если мы говорим об Одессе и о Харькове, то это довольно крупные города агломерации, в которых что-то крутится, какая-то денежка, да? А если мы посмотрим на города, которые находятся в регионах, глубоко в регионах, ну ты им дай какие угодно поступления, если там денег не крутится. То есть на самом деле как бы это должен быть обоюдо, как бы вот такой вот острый момент, когда с одной стороны местному самоуправлению даются какие-то возможности, с другой стороны государство стимулирует экономику. Особенно стимулирует экономику в регионах. Вот тому почему начался другой этап административной реформы, объединение территориальных вот громад. Ну, объединение, ну хорошо, вы их объединили, вы их разъединили, дальше что? Если в стране идет падение экономики, деиндустриализация, идет просто, так сказать, коммунистическими темпами, только те строили, а эти вот разваливаются с такой же скоростью. Откуда же поступления возьмутся? Особенно в регионах, особенно в глубинке, которую я так люблю. Я много работал в глубинке, и мне больно видеть, что я приезжал, ужасался, а сейчас еще намного хуже. То есть, а там же живут люди, наши люди. О чем мы думаем там, в Киеве сидячи, да? То есть, на самом деле, очень правильно, что именно на этом съезде Геннадий Труханов говорил именно об экономике, потому что, на самом деле, если удастся этой новой силе и теми депутатами, которые с ними войдут в коалицию, я думаю, что такая коалиция будет, и кто-то, наконец, в этой стране начнет заниматься экономикой, открытием новых рабочих мест, про которые, помните, еще Ющенко обещал, сколько он там нам миллионов рабочих мест обещал в месяц открывать. Вот, то есть, на самом деле, вроде как люди понимают, что рабочими местами надо людей обеспечивать. Это поступление от налогов, это реальное поступление, которое могли бы использовать местное самоуправление. Никому это не интересно, и поэтому, если вот этой новой силе удастся как-то заставить в Киеве не только обдирать ту несчастную газовую трубу, они же там сидят, посмотрите, чем Кабмин занимается, они же ту трубу гризут. І все, і більше нічого не цікавить. Давайте повернемося все-таки до теми основної нашої сьогоднішньої теми. Вплив на цю вплив на цю партію Ігоря Коломойського по лінії відродження, по лінії мера Харкова. На вашу думку, наскільки він великий? Во-первых, Игоря Валерьевича не надо демонизировать. Он пиар-фигура. Он очень такой, знаете, вот есть, этому научить нельзя, он актер разговорного жанра. То есть, если вот вы ему дадите эфир, все, эфир ваш. На самом деле, очень, очень веселый человек, очень оригинально мыслящий, очень правильно ставящий акценты, использующий такой биографию. И троллинг использующий. Ну, значит, надо, опять же, если вы посмотрите, как работает Игорь Валерьевич, он пытается участвовать практически во всех политических проектах, куда его пускают.
И везде он не является там единственным спонсором процесса. То есть на самом деле, как бы, да, судя по всему, он участвует в этом процессе. Насколько сильно его влияние, вот мне, например, сложно судить. Я знаю, что да, он как-то присутствует в этом процессе, но опять же, там огромное количество спонсоров, и каждый из них преследует какие-то свои, в том числе политические цели. Поэтому тут сложно сказать. Более того, я не вижу в нем особого вреда. Почули, Ігоре. Олеже, все-таки по персоналіях. Кого з відомих людей на Одещині ми побачимо в списках, принаймні очікуємо побачити. От Антон Кісе, якого очікували там побачити, вже відмовився. В той же час частина нашого краю заходить, наскільки я знаю. Династія Круків, брати Урбанські, молодший Барвиненко. Наскільки відповідає ця інформація? Я просив би і вас, понімання, і наших телезрителей, о тому, що процес формування, він... Он идет. И здесь очень правильно отмечали, что он усложняется тем, что дефицит времени просто колоссальный, потому что решение, которое было принято о изменении сроков выборов, оно, скажем так, было для всех во многом неожиданно. И понимание того, что в обновленном парламенте, да, должны звучать действительно какие-то новые такие тенденции, новые тезисы, которые не дадут, вот самое главное еще, вот наше главное желание, это все-таки не дать новому составу парламента уйти в какие-то вот политические дали. Мы ни в коем случае очень не хотим, чтобы люди, которые избрались там, ну, скажем так, увлеклись чем-то далеким от жизни и упустили, скажем, нужное такое важное время, в то время, когда экономика действительно у нас испытывает не лучшие времена, но тем не менее. Поэтому процесс этот идет, формирование списков. Повторюсь еще раз, огромное количество людей изъявляют желание присоединиться. Происходит процесс, потому что это важно, чтобы, ну, как скажем так, где-то идеологии, взгляды на определенные процессы совпадали. Конечно, мы считаем, что очень правильно, если это будут люди, уже имеющие определенный авторитет, которых люди уже знают, знают их сильные стороны, знают их слабые стороны, именно с такими людьми можно, ну, скажем, прогнозировать свою работу на длительный период, не на короткий период, а на длительный. Поэтому этот процесс идет, и я считаю, что мы окончание его уже дождемся буквально вот 8-9 числа, мы все узнаем на Большом народном вече, который произойдет в Одессе, и мы ожидаем действительно такое большое количество людей, которые увидят это сами вживую, а кто хочет по телевидению. Добре, я по-іншому тоді поставлю питання, чи будемо ми от на тих округах, які є в Одесі, бачити представників власне фракції в міській раді «Довіряй ділам» і от найбільш публічних людей з вашого списку. Наприклад, це я називаю, це не ви, Олександр Шеремет, Олександр Іваницький. Ну, ті люди, які дійсно займаються публічною роботою, крім того, що працюють на округах безпосередньо. Ну, повторюсь, цей процес відбувається. Ми знаємо, що у багатьох наших колег, часть назвали ви, часть ще существує, є великий авторитет в округах, избирательных округах их знает много людей, и, конечно, мы это взвешиваем. И, повторюсь, в Одессе будут избираться, как говорят, парашютистов не будет. То есть здесь будут люди, которых люди знают, которые работают здесь, и, конечно же, в том числе, ну, представители фракции «Доверяй делам», партии «Доверяй делам» в Одесском и фракции в городском совете так же самое. Я вам дякую, шановні гості, за цікаву розмову. Я думаю, що ми і наші телеглядачі в першу чергу почули багато нового, багато цікавого. Будемо очікувати з'їзду, дивитися за тим, як розгортається політична ситуація в країні. Дійсно, в цікаві часи живемо. Олег Етнерович, Ігор Назаренко, ще раз дякую. Я нагадаю, що це була студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречани. Залишайтеся з нами.